Всем привет! Сегодня у нас 27 марта 2021 год. Находимся мы на юге Беларуси. И сегодня у нас тепло, плюс 12 на улице, солнечно. Вчера было пасмурно, позавчера было также солнце, пчелы облетывались. Облетывались пчелы позавчера там в двух ульях, а сегодня вылезли, гляжу, уже почти во всех. И тут вылезли, и тут есть, и тут. Короче, перезимовали, можно сказать, пчелы все уже. И тут вон вылазит пчела, летая. Везде есть пчела. Позавчера летали в этих двух, вот, в фиолетовом и в синем. А сегодня уже во всех вышли. А тут меньше топтаться, чтобы это... Тут коты со мной ходят с осеннего приплода, кошкина. Бегают следом, выпустили на улицу первый день. Тепло так выпустили. Зиму в хате сидели, то что болели, если на улицу выпускать. Так бегают следом. И так и вот облет у нас. Лежу в крайнем, там бакфасты вылезли, облетаются. И подходил, я глядел, обножку бачил, принесли уже. Что, решил я снять ролик, показать вам. У нас тут национальный парк Припятский, Припятское Полесье. Вокруг ивняк, это олешник, олешины, как это по-русскому, ольха, потом лещина, орехи и ива. Ну, ива еще не цветет. Ива и лоза, это болотная. А сейчас это будет, наверное, орех у нас. Лещина распустилась. То, что бачу, обножку принесли, такую желтую, яркую. Вот, видно. Бегая пчела с обножкой, не туда пошла. Я сам удивился. Это буквально, можно сказать, позавчера облетелись там пару семей. Это и даже не вылазили. Сегодня вот плюс 12, они... Вышли, и уже первая обножка пошла сразу. Вчера, когда было пасмурно немного так, тучки, то пчелы в основном чистили ульи. Чистили, не вылетали, можно сказать. Выкинуть пчелу мертвую под море и назад залезай. Ну а сейчас он пытается лететь куда-то нести. Я весной ульи не чищу никогда, того что... Нежелательно их открывать, даже в 12 градусов тепла, потому что нарушается температурный баланс. А так они потиху за неделю сами почистят, особо не это, не перерутся. Даже дня за 3-4 вычищают, там если много уже подмородок, тогда неделю могут чистить. А так буквально пару жмень пчел, не у пчел, перезимовал их под море. Почти нету постоянно. Там буквально может быть жменя одна, меньше пол-литра. Видно, вот фиолетовом, то там видно подмор немного есть больше, то там выносит. А в этих ульях почти нема его, наверное. Ну, пчелы вышли. Конечно, тут топтаться нежелательно, он сидят вокруг. Пчелки, отойду далее от ули. А в этом позавчера облетелись, и в этом вот сильнее. А те, что позавчера не вылазили, вылазят сейчас у нас. Еще один кот гуляет. Это с той весны уже ему годик. Чернышу. Красавчик мой. Их, правда, 10 штук у меня. Две кошки, одну пастеризовали. И от той кошки котов осталось. 4 приплодов. 6, 7, 8 штук. И одного нам подкинули, мы забрали. Котика. Бегая где-то. Нормально. Это сейчас дня у нас, у меня на север летками стоят ульи, то еще слабо пчелы выходят. Будет потеплее, то
Як потеплей. Сонце трохи повернеться туди на склони западу. Якщо тучі не напливуть, то будуть більш, думаю, льотати пчоли. Ну, зараз вони вже потепліло облетяться зараз, а потім будуть вже працювати. Пойдемо от посмотрим, зараз постоїмо на тих, що позавчора обльотувались. Должны обножку нести, они получше этих, что сейчас облетывается. То, что это в основном облет сейчас идет. У тех семей облет. А эти, что облетелись, должны обножку нести, скорее всего. О, сразу видно. Подошел пчел немного и с обножкой крупной. Это будет с лещины, скорее всего. О, пошли уже все. Черныш меньше. Тени меньше это. Тоже больше уже вырос. Осенний это год. С осени. А то тот, что подальше сидит возле улья, в центре кадра, то с той весны. Два брата акробата. Похожие. Видно от одного кота. Ну, пчелки. Начали работать. Пошла обножка. При том, что почти каждая пчела с обножкой. Видно, он мертвую вытаскивает, подчищает. Ну, лазить я в улей сейчас не буду. Хай, работать. Пошло тепло, будет работать. Видно. Почти каждая пчела с обножкой. Сейчас троху посижу. А то скоро они меня учуют и будут кусаться. Это пчелы такие, что не любят, чтобы возле их сидели или ходили особо. Солнце светит тепло. Все ожило вокруг у нас. Скворцы уже прилетели, журавля бачил, ездил на днях. Припять развелась в этом году хорошо. Думаю, может рыба зайдет. Будем в этом году на рыбу ездить. Про рыбалку не знаю, буду снимать, не буду. Этим, что я сейчас снимаю, это фотоаппаратом, то стареньким. Хотя бы тут снять то, что он от малейшего сотрясения сбивается. Разъем этот, чтобы включать видео, то отключается само. А так, может, будет камера получше, так будем про рыбалку что снимать. Были интересные моменты в этом сезоне, что прошел в 2020 году. Судака словил с воблером чьим-то. Короче, зацепил леску, стал леску вытаскивать, а там воблер с судаком. И леска за зацеп замотанная была, за ветку. Вытащил все вместе. И воблер, и судака, и ветку. Интересно было бы глянуть, конечно. И самому вспомнить. Но так как я ловил рыбу без камеры, то только воспоминания остались. Да. Вот мы сидим. И пчелы потихоньку с обножкой прилетают. Так что где-то хорошо уже орех выделять начал, лещина. Вон такая желто-желтая. О, пошла улей. И не одна, притом. Нижний леток с обножкой валит, верхний. Посмотрим немного. Что коты? Пришли коты мои. Не замерз? Нет. Хай, красавчик. Иди он к чернышу ляжет, лежит. Пошли. Mm-hmm.
тут, покуда я ходил. Прилетали пчелы, не прилетали. Ходил туда, занес котенят, чтобы под ульями не лазили. Лежат он под деревом, балдеют на солнце. Это зиму. Зиму в доме сидели с осени. Кошка родила, наверное, в октябрь, где-то в ноябре. Ну, в ноябре. Или в октябре где-то так. Ну, уже холода начались-то. В октябре где-то. И начали котенята на улице болеть. Так дом занесли, так они зимовали целую зиму. Самая маленькая кошечка черная пропала, умерла. А три котика бегают, да. Доску поправить плотнее. Короче, потом поправлю. То считается вертолетом там легло нанизу. О, пчелы прилетели. С обногой. Видно. Любота. Пчелы с обножкой идут. Все чисто почти. Те года-то уже в апреле, даже 10 апреля уже рой выходил у меня. Можно сказать, они вылетели в феврале. В холода летали, эту обножку несли, развивались, и уже в апреле 9-го, 10-го, наверное. Ну, 15-го максимум. Рой выходил уже. Получается, что рано было. А сейчас только обножка пошла. Так что рои будут, скорее всего, где-то у нас. Апрель, май, скорее всего. Хотя они быстро развиваются тут у нас на Полесье. Пыльцы много весной. То быстро развиваются и раи рано выходят. Когда-то в лесу ловил первые раи, то в апреле даже садились тоже лесные с колод пчелы. Разлетались раи в округе, расселялись. Ладно. Возле этих засиделось, пойдем сходим к бахвастам. В третьем или четвертом поколении того мои бахвасты. Ну, есть желтизна, но не такие, чтоб сильно и желтые. Не. Были наши местные тоже желтейшие. Вон, видно. Тоже с обножкой небольшой пошла пчела. Так и гул больше яркий у них. Звонки. Та видно по воду идут сейчас. С водой. Но эти больше меня боятся пчелы. Ну как боятся. Подлетая. Что? Села пчела, так дергается. Шерстка дергает. Идите отсюда. Те, что вот с той весны, когда ты черный. Так ходил таких пчел калеченных. Возле улья ел собирал. Подходите резко так, щелкая зубами и все. А я ты боится. Побегал на улице. Побегал, так глаза слезятся уже. Все ночуют в доме. А днем троху выпускаем погулять на пару часиков их. Ах, красавчик ты мой. Что там грызешь? Мы пчелу уже грызем. Не какую-то смятину. Эй, улицы не бачили полгода. Эй, красавчика. Пускай, колено пойдем. Пускай, пошли. Опа. Так, пойдем дальше. Пойду еще, погляжу, что где. Это его. О, тоже обножку несут пчелы. Так. Может, не... уже злая какая-то летая. Мне понравилось им, что доску ворочаю. Это были злющие тут пчелы. Есть у меня ролик на канале. Злющие, злющие. Да я матку их малость сменил. Молодая соблета не вернулась тут с другой семьи. Кинул им лучшую троху, спокойнейшую. Thank you.
папа. Главный герой. Ладно, пойдем дальше. О, желтого пошли на облет. С этого вот еще не выходили. Ладно, дальше отойду чуть-чуть. Где они тут садятся? Они тут везде садятся, пчелы. Значит, подальше отойдем, чтобы не притаптывать. Вот так они везде тут. Вот. Видно, села и сидит. Это по-любому пришевить можно. Так ходишь. Ладно, буду далеко. Вот сейчас троху поглядим, что это я. Да уже буду отсюда удаляться. Хай тихо облетаются. Доработаюсь. Можно сказать, раз уже пыльца пошла, то уже сезон начался полностью. Пыльца, там уже ива пойдет, нектар пойдет. Сывы, слозы. Пыльцы много будет. Хотел я сделать корпусный ульник, да снизу поставить сот светлый с решеткой. Попробую береги собрать в этом году. Но хватает других забот туда-сюда. Езжу, кручусь, что не этого. Наверное, время не будет это сделать. 10 семей перезимовало. Можно сказать, все перезимовали. То, что пропало, это осенью к лесу подъел. Там оставалось тут пчел. Литр, пол-литра. А те, что более-менее без клеща были, да обработались так получше, то и пчелы остались. Так ручные. И зиму с рук не слазили, и тут и на улице следом ходят. О, желтого пошли. Ой. Посадил, он упал. Сядем тут. О. Согнал пчелу. Это вот тихо. Залез на шею, на плечо сразу, только присел я на доску. Что там робишь? Побежал. Хороший таки гул стоит уже. Я говорю, эти два облетелись позавчера, то уже, может, и не пойдут сегодня. Тот зеленый, салатовый еще. Только-только вылазить начали. Летать. Ну, а эти... Эти облятаются уже, облетываются. Эти облетелись уже сегодня почти. Осталось чуть-чуть им облететься. Вон, обножку, гляжу, несут тоже. Ну и крайние пошли на облет, эти вот зеленые, что я подкармливал зимой. Что побольше зеленый, что сзади самого стоит, и поближе, что темный таки, тоже на облет пошли. Беги, гуляй. Ай, колючка. Все колени ободрали.
фиолетовый. Что такое? Сядь тихо. Не кричи. Скучно. Может, уже в дом пойдем, а? Пойдешь в хату, не? Залез кот на руки досидит. Ну, красавчик. Погляди в объектив. Глаза желтые. В кошку пошел глазами желтыми. Беги с братанами гуляй. Так. Хорошо, что пчел поставил один раз все-таки. Как раз приходил мой племянник, то вдвоем помог переставить. Сделала носилки, такие палки. И веревку связал с двумя петлями на конце. Подулей просовываешь, палки с двух сторон обжимаются и перенесли их. Перенесли сюда. С этого рада, что стоял вторым спереди. Я сейчас сижу на подставке с подуя. Перенесли туда, поставили. На колесо вот кинули. Там, где пропали пчелы, вот на подставку готовую уже поставили. Ну, в один рад сделал. Это, скорее всего, что я уберу уже. Да еще между где-нибудь примощу. Пчелы отвернуть, а то деревья троху там облетят. То в один рад сделаю. Будет хорошо косить. Тут будет сплошная территория ровная. Можно будет траву козам скашивать. Так как пчелы не будут уже кидаться. Триммером косишь, то, то есть не кусаются триммером. А когда косой махаешь обычной, да трава эта скошенная воняет. Ну как воняет, запах травы свежей скошенной, то пчелы злятся, сильно кусаются. Даже больше, чем с под триммера. Так что убрал этот рад, и тут у меня будет уже так чисто трава расти. Ну и коситься хорошо будет, перед ульями прокосил, покосил, и все. Сейчас схожу гляну, вот тут с хурмой моей. Ну, потеплее, так побачим. Перезимовала или не она. Хочу сейчас человеку другому уже. Да, заказывал в компании Бекер, то там, короче, год слали и покуда прислали, так уже на зиму посадил я ее. Буквально посадил, и мороза пошли сразу. Так что не знаю, осталась она живая, не осталась корневая. Посмотрим. А это хочу заказать, где-то у нас под Брестом человек занимается. На ютубе ролик я посмотрел, там его сады хурмы, да что растут, то неплохая такая. Да и думаю, у его купить еще пару корзов россиянки, там еще какая-то хурма другая. Ух, бляха, улезли, сколько желтого пошли. Ветерок поддувает, сейчас северо-западный у нас. Так вот, в летки прямо. То пчел троху туда сдувает, за ульи. На улице 12 тепла. Пчелы работают. Так что можно уже не переживать. Это у нас получается. Отсюда переставит Бакфаст. Первое, второе, третье где-то поколение или четвертом. Но свищевая матка была в позатом году. Я думал, пропадут они, аж вывели свищевую матку. И сейчас их кину и в этот улей свищевую. Хотя тут уже были отрутневшие пчелы полностью, приняли молодую такую полумертвую. Сейчас вот еще глянем сюда. Что тут по обножке у нас видно, не видно.
В некоторых ульях много обножки несутся, у некоторых чуть-чуть только. Ну, это зависит, наверное, от того, растет расплод или нет. Это на ульнику сидят, греются. Это вот через верхний леток пчелы работает. Нужно закрыть. Ну как, открытый, ну. Не идут туда. Думаете, что через верх пчелы работает, это послабее семьи. Ну а что через низ работает, это уже семьи сильные. Они через верх и через низ идут. То, что верхним летком обычно слабая семья выходит. Ой, с обножкой пчела. Уже зашла. Хорошо вышли так. Ну в этих вот семьях не очень, чтоб так обножку несут. А вот это вот синяя, что позавчера сильный облёт был. Вся пчела с обножкой. Ладно, буду я на этом заканчивать. Всем удачи. Хорошего нового сезона. Всем до свидания. Thank you.